Всем доброго здоровья, всем приятного аппетита, сейчас кушает с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Вот, кстати, Юля сидит за рулем. У нас сегодня будет хай, да? Новая работа у нас будет. Если что, мы будем работать в полиции, да. Как игрушка называется? Контрабанд полиции. Да, самое главное не сказали. В общем, это демка, но на самом деле интересная игрушка. Это, по сути дела, Papers, Please. Только вы должны будете проверять машины, разрезать шины, обшивку, пошивку и все остальное. Короче, все, что положено. Да, проверять паспорта, куда едут, зачем едут и все остальное. В общем, сначала покажем наше рабочее место, что мы здесь будем делать. В графоне 4К. Но, на самом деле, не в графоне и дело. Мне нравится, на самом деле, концепция. Да, и я очень давно слежу за игрушкой, и вот вышла действительно демка. Здесь прям все такое, как сказать... Постсоветское, что ли? Ну да, вот атмосфера, хотел сказать, колоритное все очень. Да, да, да. Ну вот видите, что подъезжает шаха. Вот, мы сейчас будем... Все, сейчас мы тебя проверим. Все, открываем. Это Lexus. Давай, да. Какой? Это 81-й год. Это... Ну, а, вот, знаю, смотри. У нас, по сути, есть задание. И вот, как обычно, в Papers, Please, кто играл, есть, в общем, примеры того, как разбираться в документах. Ну, в принципе, я уже посмотрел, как чего. И сейчас начнем. Первое задание, оно простое, но дальше начнется интересное, вы увидите. Видно, вон там Ленин. Он какой фрейрок приезжает. Ну, там не совсем Ленин, тут, да, ну, видишь, похоже, Аркистан, да? Аркистан, да? Да-да-да, Акаристан. Welcome to Акаристан, да. Да. Ладно, в общем, общаемся с человеком, просим показать документы, да? Все такие мощные, бородатые. У тебя есть борода, я скажу да-да-да. Тебе, да-да-да. В общем, Владислав Попович... Проверяем, как сказать, его карточку водительской права с его паспортом. Национальность акаристанец. Да, все правильно. Все подходит, все хорошо. Поэтому, ну, это вот мы, по сути дела, говорим слова тоже нашего помощника. Да. Вот. Здесь еще также, я так понимаю, что это у нас? Ну, типа, все ли в порядке, да, ага. Я так понимаю? И если ты, возможно, что-то неправильно сделаешь. Если все в порядке, даем печать что положительную, он проезжать. Что он может въехать. Валин, всё. Нафиг, чтобы я тебя здесь больше не так видел. Так ты чё, наоборот, нормальный парень. Ну нет, ну чтобы пускай едет, он мне не нравится. Окей. Это, ладно. Знаешь, это личное. Окей. Лукизм. Окей. Открываем. Ну, какая тачка. Какая потом именно? Будет? Ну, зеленая. Пол пикапа там. Это на Волгу похоже, между прочим. Я не помню, как... О, вот это тачка. Я еще угораю, что здесь подсвечивается тело, и видно, как он там в этой маленькой машине сидит. Еле-еле, да? Так, ладно, документы проверяем. Слушай, это его карточка, да? Имя в порядке. Далее проверяем вот этот код. Все в порядке. Все соответствует. Эти имена с карточкой не соответствуют. РОР. У него в конце. Тимура. То есть у него, да, карточка какая-то больная, на самом деле. А с чем я ее могу вот какого сообщить, что что-то не так? Как я должен это? Так. Можно ли мне с этим документом? Короче, чувак. Тебе запрещено. У тебя карточка фиговая. Езжай отсюда. Отдаю всем раховы. Поругаешься, да, дома. Да, 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 тиши отсюда. Ехай нафиг. А как он поехал, если мы А он его... сейчас разворот сделает, а, и ну вот здесь... Все. Вот пес. Пошел сюда. Фу на тебя. Сделай нормальный документ. Вот это, ё-моё, вот это тачка. А за что? Ошибка. Какая нужно ошибка? Так... Минус сотни. За что? Стой, ладно. Зелененький. У него шина спущена, кстати. Да, только об этом тоже шины. Можно будет потом сообщать. Ладно, давай проверяем. Озин. Не так. Здесь. Мисмач, это он вот, в розыске, то есть, что ли? Нет, то есть не соответствуют его документы. Сейчас, секундочку. Я, скорее всего, вот что должен указать, что не так. А, в чем не соответствует имени, да. У него еще что? Дефект. Бодиворк. Бамперс. Окна. Где у него? Чего у него еще не соответствует? Кстати, лицо нужно посмотреть. Так, ну-ка, где там, да, твой документ? Ну, соответствует, похоже, да? Да. У него именно проблема... С именем, и с вот именем. Шина спущенная, как бы, но я не знаю, что это. Так, это нам куда нужен вот этот инспектор, да? У него шина, дефектор, я не знаю. Бодиворк. Ну, давай вот здесь. Ну, это вроде с корпусом что-то. Вот, ну, пускай будет. Ну, пусть так. И, естественно, ему не даем впуск. Я, да, надеюсь, как бы хоть все... Хоть в чем-то мы правильно... Я надеюсь.
Еще 200 килограмм. Это ошибка. Это ошибка. Ну, ты конечно. Пошел джопу, ошибка это ты. Следующая машина. Вон там Нива, кстати, подъезжает. Сейчас посмотрим. И вот сейчас пока что с документами, вон окно, да, у него. Стой, сейчас, ну... Но он видим. Сейчас выйдет и увидит. Че, ну тачку я пока попрошу зачетные. Документы. У него окно разбито, я уже вижу. Какой-то гопник, конечно. Ну, типа, правильно, но не совсем с дамагой. Ага, ну мы... Но, смотри, мы разобрались. Вы поняли, что мы... Вот был бы русский, мне кажется, на выходе будет русский, будет более понятно. Так. Такс. Ну, вроде внешне-то похож. Так. Регистрационный номер. Это можно посмотреть номера, да, машины? Так, Лев, ну, кстати, раньше не смотрел. Вроде тоже. Козлов, Матвей. Ну, слушай, у меня не к нему, кроме окна. Стой, окно. Окно разбитое, да? Broken Windows. Одно. Ну, я разрешаю ему проехать. Мне кажется, он нормальный пацан. Я бы с ним даже чай попил. Все. Едь! Оркестран, welcome to Веркерперстан. Мужик, видишь это? Пригласили на встречу. Все, давай. О, у тебя нет права отказаться. Это не тот же разворачивается? Ау! All that was corrected. Что не так-то? Damage check. Что-то, видать, еще было сломано у него. Давай проверим тачку в целом. Разбитые фары. Light. Ну, вот, как... Broken light. Broken light 1, да? Да. Давай документ. Он похож стекло, на и Леона стекло, и Resident Evil. Ты что сюда приехал, чувак? Видишь, еще стекло здесь. Стекло, разбить. Хорошо. Так, ладно, лицо отличное. Имя отлично. С правами сочетается. Номер прав, по-моему, тоже идеально. А что это вот за GVB? Это номера, номера машины, машины, да. То есть мы можем посмотреть GVB 040i. Все правильно. Да. Так, ну что у тебя? Разбитые, собственно, фары и стекло, по-моему. Да. То есть еще одно стекло. И, да, broken windows. Windows. Отлично. А все остальное нормально. Вроде бы. Ну тогда, мужчина, вы можете ехать, идеально, чтобы но почини. Сделать. Будь добр. Да, надо еще... Это Юля говорит. Welcome to Karistan. Все, да. Едь. А, шина. Или нет? Была. Да, про... Ну, вроде все нормально. Все в порядке, видишь. Мы еще бабла заработали. Well done, комряды, товарищи. Теперь идем спать. Первая часть пройдена. О, какая лакшери. Хата, да? Да. Мечта всех людей нормальных из Акаристан. Так, ну мы ничего неплохо так вышли в минус 70. Из-за чего? Одна ошибка и чего-то прям такой важный. Возможно, мы пустили какого-то. Нет, мы всех нормальных. Мы, видать, кого-то вот того, помнишь, мужика сильно... отругали, ну, понятно, а нужно было не пустить. Мы нарушили туризм, понимаешь? Да, то есть мы должны его были пустить, но это, ладно. Ущерб нанесли экономике, Акаристан. Все, походу, ВВП упадет на 100%. Такс, пускаем. Чаевых не оставят. Едьте давайте. У нас теперь будет проверка. Что у нас тут? Я прям это, втягиваюсь в процесс. Машины, я так понимаю... По цвету еще надо проверять. Может, какая-то в розыске? А, да, слушай. А прикинь, мы реально номер, видишь, там номера, цвет. Грин. Ладно. Похож на подозреваемого. Слушай, машина какая? Грин. Да? Кабин. Hide location. Завет. Это машина Завет? Ладно, давайте пообщаемся сначала. Выйди из машины. Да. Можно теперь их... Отлично работает. Так, теперь у нас инструмент есть. Это мы сейчас из него показания. Покромсаем. Мы сейчас салон не устроим. Используй, чтобы обшивку. Ну, опа, сиги везем. Ну все, сигарки. Кокаину. Ну все. Брат. Бинго просто. Просто бинго. Ну-ка. Так, здесь... Ай, все, сейчас. Ты серьезно? Серьезно? Да что это за супер? Как это сказать, преступник? Чувак, да ты влип. Тяну... А в этом ему в багажник заглянуть нельзя? Давай посмотрим. У него, мужик, ну мы бы тебя пустили, но у тебя шины спущены. Да, к сожалению. Все остальное как это, ладно. О, наё, не топот. Да. Топот вот в тюрьме. Не было будешь. Бы спущенных шин. Все, все было бы нормально. В порядке. А иди подумай о своем поведении теперь. Сидит тут гусь. Чао, какао. В следующий раз шиномонтаж заедешь. Здорово, Петр. Так, что здесь? Выходить? А,
И что? Сдаешь улики, может, нет? Да, это склад. Ого, как мне типа склад. Типа при себе нельзя хранить, понимаешь? Окей. Все, мне нравится эта работа. А ты вдруг решишь воспользоваться там? Максимов. Он должен убрать машину. Я не знаю, распробовать. Потом как-нибудь, на выходных. Сейчас пятница, видишь, нельзя. Понятно. О, новый инструментарий. Блин, если честно, это похоже на пыточную какую-то. Миша, так. Ты, по-моему, еще что-то было. Все, ты думаешь... Да это только отражает врагов. Я говорю, это пыточная. Пыточная. Что это за... О. Так, слушай, кто там подозреваем? Еще один. Под прикрытием. Стой. Арест. Вот что это такое? Number. Гик. Джик. Джик, начинается на джик. Все. Таджик, может быть, да? Все в порядке. Так, стоп, все круто. Стекла, свет, так, все выходи. В порядке, Миш, нам надо сейчас будем проверять, погоди, нужно сначала... Все, да, вышли. Сначала документы, прошу. Да, конечно. Документ, типа... ой. Давай. Так, мехи Сауэ не соответствует уже имени правильно. Именно с карточкой машина. Ага. Passport number. Так, ну это вот это, да, я так понимаю. Так, что у него еще? Проколота шина. А где? Как вот это назвать? Может, tires flat. Спущенный, типа. Мне кажется, это вот это. Слушай, broken cabin lamp, это что? Кузова? Нет, cabin lamp, обычная лампочка, может быть. Ну фиг знает, слушай, cabin lamp. I don't understand. Да. Ладно. Открывать будем? Блин, ой, Миша. Здесь ничего. Да Миша, ты нафига это он делаешь? Же неподозреваемый. Вот именно. Ну, короче, жарко, жопа дышать должна. Дыши жопой лучше. Так, ну у него все в принципе нормально. Пропускаем. Прости. А, имя не соответствует. А я поставил. Я поставил. Ну ты типа его пропускаешь? Так и что, имя, это ничего страшного. В нашей стране это нормально. Аркаркар стран, как он то, там? То, что у него поддельные, да, права. Да нет, сейчас смотри, мы больше в плюс уйдем. Я ж тебе говорю, минус 80. Да, это из-за того, что ты порезал, почикал. Нет, мне кажется, все-таки на... Здравствуй, красавец. Он на Тревора похож. Да, кстати, и у него тачка похожа была. Ну-ка, стой, давай тачу осмотрим. Какие номера? ДДМ. Блин, вроде ничего. Так и оставить. А ну закрой. Стой, а что с шинами? Шины спущены. Одна шина. За что вы все ездите? Наверное... А, это все дело... тех гвоздиках, которые мы на дороге разложили. Видимо, наверное. Да. Но мы думали для профилактики, чтобы не гоняли. Так, Севда не подходит. Что вы какие? У него право... Все, он не соответствует. Нет, конечно. Просто без вопросов. Стоя, ну надо, наверное, указать, почему мы не пускаем. Ну, во-первых, имя, во-вторых, вот это, видимо... Вот. Фото нормально вроде было, да, с документами? Фото, да. Сейчас посмотрю. Да, фото у него в порядке. Ну тогда просто вот слаем просто отсюда, да, но еще с ошибками. Конечно. Иди отсюда. Да он подозрительный личность. Тайнара. Что за день? Шатал твою трубу. Ёпу. Вот это какая-то посерьезнее аппаратура поехала. Сейчас проверим. Ехай нафиг отсюда. Так, какой там номер? Номер сначала проверяем. Дигидон какой-то. GT. Гик. О, вот все, мы его идеально послали. Короче, имя не подходит, пошел в джопу. Да. Выходи из своей вонючей. Сода вышел, руки на капот, быстро! Не дичай, успокойся. Это после этого, того подходит. Чувака, который Игорь, вот смотри, как бы ни звучало, русские все такие по правилам, как будто... Красавчики. Лада, слушай, ну ты не на... Погоди. Мы, если что, не расисты. Ну так это наоборот, мы, как сказать, ну ты так намекнул, что типа русские молодцы, ну, хорошо, а другие, значит, не молодцы. Ну вот только он, слушай, машина-то у тебя не Лада. И весит она. Это а, разве ну, Лада? Не делают грузовики, я не знаю. Я не слышал. 3400. Ну у него до. А, да. Наверное. Да. Ну слушай, может, это реально Лада. Вес. А ну-ка открываем. Ничего. Ты что везешь? Пустоту. Почему пусто? Зачем ты такая огромная тачка? Ну, так, есть ли несоответствие? Сейчас, да погоди. Нету как бы. Ну, у него, слушай, у него несоответствие с самой машиной, с тип машины или как тут, мне кажется. Но его пускать ну, типа, надо или что? Ну, или... давай пустим, я не знаю. Слушай, ну...
Он мне ну, нравится. Ну ладно, ладно, пусть едет. Он что, по каким целям едет? А что, фашист? Да пожалуйста. Чего мне послышалось? Пушистый. Так, ладно, надо нам обязательно не пропустить ту машину. Гик. Гик. Может, тут мне кажется, вот этот. Стоп, давай проверим издалека. Собьет нас. О, товарищ, можешь заезжай, заезжай. Слушай, вот видишь, надо было его не пускать. Инвалид. Машина неправильно, карточка не соответствует. Да заезжай ты уже. Я не понимаю просто. Заеди. Правила не объясняли. Слушай, ну ты заставляешь нас сюда идти. Чувак, ты правда меня послушал? Мужик, чё он не я любит? Ему сказал, можешь не заезжать, и прикинь. Погоди, и чё? Чё делать? Заглючило, что ли? Ну блин, ну в самом ну, интересном месте. Деле. Вес выключился. Ну заезжай, пожалуйста. Нет! Как так? Ну что, сейчас секундочку. Эх, ребят, ребят, нечаянно все зависло, забухло. Это тот мужик все построил. Да, тот мужик все сломал. И пришлось заново запускать. Теперь машина клонируется. Короче, ребят, игрушка крутая. Будем ждать полную версию. Пишите свое мнение, если хотите. Мы потом, когда полная версия выйдет, поиграем. Все, всем хорошего настроения. Не будьте продавцом преступниками. Да, плохих вещей. Все, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.